Hey, this is your girl Tashin, and I'm back with another video. How you doing? How you feeling? Hope you're doing good. Should we start special operation in Sweden and Finland? Let's get straight to it. Хотели бы вы начать спецоперацию в Швеции или где еще? Финляндии, да, Швеция, Финляндия. Наверное, на самом деле смешной вопрос. Конечно, не хотел бы. Вы про войну говорите, нет? Честно говоря, мне хватает уже одной спецоперации, которая достаточно сильно повлияла на мою жизнь. Вот. Так что я бы не особо хотел еще что-нибудь начинать. Хочу начать спецоперацию в Финляндии по прохождению на концерт Джастин Бибер 9 августа. Все, что я хочу, что связано с Финляндией. А в Швеции не знаю, когда у него концерт, но если там тоже будет, то тоже готов, в принципе. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я скажу так, что по национальности я вообще украинец, поэтому, думаю, ответ на вопрос очевиден. Я еще из Приднестровья. У нас уже первая спецоперация достаточно затронула. У нас было около 4 терактов. Вот. И отношение у меня вообще любой спецоперации, если это можно так назвать уже спецоперацией, то ну, крайне негативные. И что потребую, да. Нет, конечно. А почему? Ну, потому что это абсурд. Ну, нет, слово спецоперация вообще сразу сейчас приравнивается к абсурду, поэтому нет. Конечно, нет. Почему? Потому что это преступление против человечества. Так нельзя делать. Это, ну... Ругаться матом можно? Конечно. Типа, это полный пиздец. Ну, ребят, так это прям... С этим нельзя это поддерживать. Просто невозможно. Интересный вопрос. Не знаю даже, как ответить на него. Наверное, да. Из-за чего? Не знаю. Что-то новое попробовать. Я вообще не хочу никаких спецопераций нигде. Вообще. В целом. Не только в Финляндии, Швеции. В любой стране. Насилие. Я как шарик калабраса. I'm not gonna lie, I didn't know what this video was all about, but what the hell? Оно их усугубляет. Exactly. Ну, я конкретно за себя могу сказать, я не хочу. А что власти решат, это ну, не мое дело. Ну, а если они поставят там базы НАТО? И что? Это суверенное государство, что хотят, то и делают, в принципе. Но в целом для России есть опасность, то есть там Финляндия к НАТО присоединится? Очень сомневаюсь. И наплевать. Это же опасно для России, может быть, или нет? Можно, пожалуйста, чтобы базы НАТО установили прямо вот у меня в доме, но при этом мне не отключали горячую воду летом? Можно, пожалуйста, чтобы у меня пенсия была нормальная? Но базы НАТО будут стоять вот прямо вот у меня в туалете. Мне плевать. База НАТО пускай разбирается с этим, ну как бы, не знаю. Те, кто имеет какое-то к этому отношение, наверное, те, кто могут повлиять. Война — это отвратительно, это полный... Very disgusting. I agree with him. Могу слов найти просто. Я не силен во всем этом. Не могу сказать, плохо, хорошо. Какие интересы у НАТО там, что это вообще такое? Мы, возможно, видим только вершину айсберга. Ну, а если бы вы узнали внезапно, что все-таки так произошло, и там установили базу? Вас бы это напугало или вам пофиг было бы? Ну, у нас достаточно хорошее ПВО в любом случае, поэтому нет. Это риски, которые есть, они, мне кажется, минимальные. Но из-за этого все равно не стоит специальную операцию начинать. Я не считаю, что это могут причины специальной операции. Ну вот просто Финляндия и Швеция хотят сейчас вступить в НАТО, и многие считают это опасным. Возможно, это так. Я не компетентна разговаривать на эти темы. Я просто не разбираюсь в политике. I'm with him too. I don't understand politics neither. That's why I don't talk too much about it, especially on this channel or anywhere. It doesn't matter if I'm home. It's something I just don't want to talk about because it's like we've been going this for decades. Like I don't see it ever gonna stop. You know, people is just. I just wish
all the leaders could just sit together and just talk in peace and just, you know, let's have, you know, like I said, life is too short and this is the only earth we have. I don't understand why we can't just live in peace. Вот просто как обычный гражданин, считаете НАТО опасным? Не знаю. Многие считают это опасным просто, то, что Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО. И, соответственно, подлетное время там может уменьшиться. Вас это не пугает? Все пугает, конечно, но... Scary. Не хочется Very. Вообще об этом говорить. Что бояться? Что бояться? Сколько движух было в России, сколько Россия прошла всякого движа, и как бы вот каждый раз бояться, мне кажется, России уже ничего не надо бояться, спокойно жить, и что-то они там делают, пусть все делают, что угодно, планы, не планы. Yeah, whatever they doing and what's they plan, you just, it's sad to say this, but you just gotta live your life. That's all I can say. You just gotta live your life. You can't live in fear. You know, let's not feed into this whole thing that's going on, because at the end of the day, you can't stop them for what they want to do. They're gonna do what they want to do. You could talk about it all you want, but they ain't gonna, you know, they're gonna do what they want to do. This was very interesting. I seen someone, like one of my viewers, because you know on YouTube it shows you like what your audience is watching, and I saw it and I was like, oh, let me see if I can react to it. I didn't know what I was getting myself into. I just saw it. I'm watching it and I'm like, okay. But yeah, so this was very interesting. If there's any other videos you'd like me to react to, comment below, let your girl know. Also, don't forget to subscribe to my channel. So go down there and subscribe and check these videos out I have for Sweden. I need more videos of Sweden, Finland, so let me know, please, okay? Because I have been lacking on videos of Sweden, okay? I need videos, okay? yeah, and I'll see you lovely people. Take care of yourself. Bye and peace.